хороши игроки. Это шведы, это лидеры этой команды. И нет просто играть с этой командой. Но я думаю, мы, как скажешь, заслужили выиграть, но не знаем, сколько игры проиграли так. 2-3 очка, и это нет хорошо. Опять нам в очередной раз не повезло. Сами что-то, не знаю, то ли не верим в победу, то ли что. Вот, отдали. То есть могли выиграть сегодня, конечно. Игра хорошая была, наша. Надо было брать, но опять не получилось. Химки нами сегодня... Всех 40 минут давал игру. Просто давал. К сожалению, мы не забрали это. Это подарок. Ключевые моменты игры. Это, знаете, когда ваш суперник из второго нападения забивает 19 очков, вам ничего делать на этой игре. Просто ключевыми моментами мы смо проиграли 3 подбора из этих поборов. Они создали свои ситуации, забили 3 очков и развалили игру у их сторону, и то был ключевой момент нашего сегодняшнего поражения. Если не доработаешь до конца, ты не заслуживаешь выиграть.